Дорогие товарищи и друзья, сердечное спасибо за высокую награду и за добрые слова. Это проявление внимания и уважения к твоему труду трогает до глубины души. Оно укрепляет уверенность в том, что за долгие годы работы удалось сделать кое-что полезное для партии, для народа. В награде, которой я удостоен, я вижу не только признание того, что смог сделать лично сам, находясь на доверенных мне ответственных партийных и государственных постах. Я вижу в ней прежде всего признание правильности и действенности взятого нами курса. Зачем было сидеть прежде? Зачем мы говорили, если не знал? Зачем наш Коля родной милитый? Мы милитые объяснили его браватое крупнолитое изображение пробит границ. Уважение видать Чурбанову, который был всем известный взять. А вдруг он скажет министром главного, что вы не взят, то не взят, не взят. И этот взять уже тыщет грех, да и на тесте порочил, и ему за Брежнева, и за Брежнева предъявя требования свои. Но если вновь оправдают Сталина, то прежде будет большой цене. И заблестят неподкупным золотом все так геройски конечных звезд. А те, кто снимет его, ждет зона там, где и в июле большой мороз. Жить попроще мне, что мне расстраиваться не лень. Но все так, что по этой площади ходить я должен два раза в день. И потому не уснуть спокойно мне, и ежедневно мне снится, что за мной придут времена достойные, родными кожаными пальто. За мной придут времена достойные, родными кожаными пальто.